Ну, сегодня городу не хватает денег на, естественно, дороги, на капитальный ремонт дорог. Это очень важная тема, которая не раз поднималась на всех уровнях. Ни одно письмо написано депутатам, в правительство. И эта тема пока вот она остается с малым финансированием. 19 миллионов в новой программе на Несмотря на капитальный то, что ремонт. все дорожает, и год от года одна и та же цифра. Да, и вот на сегодняшний день это одна из таких проблем. Также у нас было в рамках обслуживания дорог недостаточно денежных средств. Это и летнее, и зимнее содержание. Зимнее содержание еще текущее содержание, когда вот снегопады, очистка улиц, тротуаров. Но когда начинается весенний период, значит, там мы более ощущаем нехватку этих денежных средств, потому что нужно вывозить снег, нужно оперативно чистить дороги в большей степени, накат больше становится весной уже по окончанию зимы. Вот там мы тоже чувствуем, что денег, конечно, в этой статье у нас расходов маловато. Летнее содержание тоже вызывает много вопросов, и явно денежных средств не хватает в части пылеудаления. Удаление, подметание, уборки тротуаров, которые в этом году стояли у нас, ну вот совершенно-совершенно грязненькими. И на уборку тротуаров механическим способом, ну не хватало совершенно денег, но она от случая к случаю производилась.